Здравствуйте, это канал Максимадзе, и сегодня у нас снова моды на игру «Как достать соседа». 96-й выпуск, если я не ошибаюсь. И, короче говоря, это мод, который я забыл, который мне скинули давно, и вот, раз уж я забыл, то я его скидываю. Ой, снимаю, господи, прямо сейчас. Говорят, что это текстурный мод, и сосед выглядит тут, как будто он охренеть какой грязный, как он возился в песке, в мокром. Ну, в общем, давайте посмотрим, что это такой за мод у нас. Вообще, описание не изменено нисколько. Ну, давайте смотреть, что у нас. О, господи ты, боже мой. Текстурок просто переставляли текстур разных. И заготовки тоже осталось немного. Дальше больше, блин. Ну и небольшой такой челлендж пройти. Не, я так не могу. Я не могу так. Решил попробовать пройти уровень не глядя. Это невозможно. Это невозможно. Это никак невозможно. А, подождите, я чуть не понял. А что он это? А почему он тут внезапно появился? Посмотри, какие ужас. И ходит умеренно. Ну, короче, с этим ясно все. Поехали. Вот был уровень. Вот есть такой. А здесь вообще ничего не поменялось. А, блин, кошмар, какие острые чипсы. Есть уровень «Как за соседа» про свинюшку. И там, короче, была одна пакость, надо подсунуть все острые, приострые чипсы. И вот я говорил, что хотелось бы попробовать такие чипсы. Насколько же они острые? Ну и я примерно такие чипсы вот сейчас пробую. Это, короче, Принглс со вкусом итальянской пиццы. Они жесть какие красные, на камеру это не передать. И... чувствуется прям вкус пепперони, колбасы. И такая острота. А, блин. Ну, вкус хороший, но такая острота, пипец просто. Ладно, давайте пройдем уровень, тем не менее. Этот вкус, вкус Принглс с итальянской пиццы, он редкий очень. Я его в пивном магазине вчера нашел. Заходил. Увидел, что это за вкус такой интересный. Решил взять. Я забыл, походу, взять. Суперклей. Ну да ладно. Ну да ладно.
О, блин, во. Кончились они. Все, тарелки нету больше. Кружки остались одни. Вкус, в общем, зачетный, но понравится не всем, это точно. А, блин. Давайте второй сезон откроем. Хотя, а, да, наверное, второй сезон стоит все-таки открыть. Но, честно говоря, мод мне не нравится. Хотя вроде бы те чипсы, которые в том уровне были, они там, по-моему, со вкусом чили были, наверное. Что-то, по-моему, в описании написано, хотя могу и ошибаться. Чипсы со вкусом соуса чили или перца чили я тоже пробовал. Мне даже... Вот недавно пробовал Hold Spice какой-то, вкус Pringles. Тоже редкий. Перец с огоньком прям нарисован, такие острые тоже. Острые, но эти острее. Те менее острые, но в них прям отчетливо чувствовался вкус чили. Не очень вкусный, кстати говоря, вкус. Лейс тоже со вкусом чили пробовал. Как-то вообще, если честно, не понравилось. Ну и вот они, кстати, обжигали прям сильным жаром. Вот они реально острые. Лейс Стронгс, по-моему, эти вкусы были из серии Лейс Стронгс. Сейчас они уже не продаются у нас в России. Не то чтобы они исчезли из продажи из-за войны. Они исчезли из продажи еще давно уже. В прошлом году их не было, в позапрошлом я тоже не помню, что они были. Но до этого, помню, были. Мой любимый вкус из серии Lay's Strongs — это охотничьи колбаски были. Они вообще вкусные. Еще были со вкусом креветки, тоже очень вкусные. С чили попробовал, вот как я уже сказал, вообще острые, ну и вкус, честно говоря, не очень. А какие еще вкусы были, я уже не помню, если честно. Я помню, что они такие рифленые были еще. Да. Исчезнувшие вкусняшки, по которым мы скучаем. Ну и, кстати, про Pringles. Вот они из России сейчас пропадают тоже. Да, компания ушла с российского рынка, но заводы, которые у нас производят, они все еще работают, выпускают. Но я не понимаю, из-за чего, но закупку на них в магазин. Очень сильно дорогая стала. Настолько дорогая, что магазинам невыгодно. Он что, телепортировался сейчас, что ли? Настолько дорогая, что магазинам невыгодно просто закупать их стало. Единственное место пока что, которым я могу купить, это тот самый пивной магазин, в котором я купил вот эти Pringles со вкусом итальянской пиццы. Туда пока завозят, в остальные магазины уже не завозят. Да, стоят они там 260 рублей аж. Ну, зато хоть купить можно. Хоть где-то можно купить, потому что в других магазинах уже не купить нигде. Лейсы продаются еще, конечно. Лейс Стакс тоже продается, можно сказать. То, это тоже в банках чипсы всякие вот эти лейсовские. Но они хуже, чем Pringles, на мой взгляд. Он телепортируется, ё-моё.
А, да, офигеть, он телепортировался. Он то телепортируется, то ходит медленно. Странноватый какой-то мод, если честно. Кириешки, хрустим всякие, сухарики. Вот они тоже еще пока продаются. Я думаю, нам мы с Лехой обязательно сделаем челлендж такой же, как с чипсами, только про сухарики. Угадай вкус сухариков. Это не знаю когда, но мы точно так сделаем. Не, слушайте, сосед реально телепортировался туда. Раз уж он аж мимо-мимо, он прям тут сразу оказался, походу. Вот тут все, имею в виду. Надо назвать этот выпуск «Телепортирующийся сосед» или как-то так. Сосед... Сосед эндермен какой-то. Сосед эндермен. Блин. Сосед эндермен. Это ж надо до такого додуматься, блин. Короче, давайте смотреть остальные уровни. Ну, так, смотрите сезонную хрен с ним, с третьим сезоном. Так, понятно, это всего лишь заготовка. И это тоже. А здесь вообще ничего не поменялось. И здесь. И здесь тоже. А, и здесь ничего не изменилось, да. Ну, наверное, последний даже нет смысла проверять, но мы проверим. Есть ли тут изменения какие-нибудь? Нет, нету изменений. Пора заканчивать с этим модом. Этот мод просто какой-то... Это какой-то странный мод, серьезно. Понапихали текстур из других комнат. Где-то вообще не изменилось, где-то заготовка осталась. Ну, в общем-то говоря, давайте переходить к следующему моду. Как достать Дауна? Называется этот мод. И название, конечно, охренительное. Давайте смотреть, что у нас это такое. Тут всего два уровня, я смотрю. Сосед Ротвиллер Даун. Я очень сильно ненавижу своего соседа. Спасибо за отсылочку. Я очень доволен ей. Да, я даже не успеваю. Нет никакой возможности посмотреть, что там. Что у нас здесь? Так, читом на быстрый бег. Охренеть, какой мод, блин. А сосед вообще что ли пофигу, пугает?
Эй, я подушку что ли не применил? Как это так-то? Должен был применить я подушку. Ничего не понимаю. Ладно, применили сейчас. А, зашибись. Получили мы серебро. Никаких сезонов. Ну, короче говоря, мод этот... Мод... плохой этот мод. Конечно же, плохой. Ну, и поскольку он такой короткий, у нас еще есть время на третий мод. Давайте перейдем к нему. Как достать соседа? Новый переезд бета 3. Так называется у нас следующий мод, короче говоря, не знаю. На музыку нет авторских прав. Ну что ж, надеюсь, что ты не шутишь. Спасибо этим ребятам. Меня, к сожалению, здесь нет. Надеюсь, что это временно. Но зато здесь есть Макс 007-10, Эндрю Сэм, Дарк Фолви и ТЗ, блин. А еще автор мода Микрогеймс, а также... А также Миш Босс помощник, короче, блин. Давайте смотреть, что же это за мод такой. Ремонт. Сосед опять переехал. Все серое, но вскоре все будет получше. А также сосед заказал велик. Винсент, ё-моё. Сверлит и ремонтирует батарею. Но Вуди узнал с большой буквы. Вуди узнал новый адрес и прорвался в дом. Вот такой вот курсорчик новенький. И, в принципе, мод мне нравится уже. Шины. Как бы открыть? Откроем, найдем, чем открыть. Новый велик у соседа. Наверное, перочинным ножом надо открывать это дело. Что делать с микроволновкой, я не в курсе. Ой-ой, бежим. Плоскогубцы на лестницу, я так понимаю. Нет? Эй, я не на коридор сказал, я сказал на лестницу. На лестницу можно? Да, можно. Так, с батареей, наверное, надо ее гаечным ключом активировать. С микроволновкой? Нет? А это? А, я думал, он побежит в ванную сейчас какую-нибудь там. А что с клеем надо делать? Чуть не допрыгнул. Некоторые пакости можно пропускать. А, телевизионную антенну надо было использовать. Ну ладно, давайте завершим, короче, уровень так. Я думал, нельзя, а, да, оказывается, можно. Для чего нам клей? Фиг его знает. Новое кресло. Рад, что побухал. Так как ремонт соседа вышел неудачным,
Он решил сделать кресло-качалку. Он также берет вино на кухне и бухает, делая кресло, но Вуди не отстанет от соседа. И как же можно бухать, одновременно делать кресло? Представляю, какое у него кресло получится, если честно. Какое хреновенькое кресло он сделал. Сделает. А он вообще не может сделать. О, это же музыка из каникул олигарха. Играет на фоне. Я забыл это применить. Чё, она заново началась? Чё же она заново-то начинается всё время? Опять антенну забыл. Даже не дают музыкой насладиться мне. Ох, ладно, ждем. Да, послушали музыку мы с вами, да. Отдых. А, блин, описание прочитать забыл. Сейчас прочитаем. К соседу в гости приехала мама Энди. Она помогала соседу покрасить стены в коридоре, но розовый. Розовый цвет. Сосед, конечно, к этому привык. Пока сама Маша разводит кресло, сосед курит в коридоре. Также он играет на пианино. На Вуди всегда тут как тут. Да, даже почтовый ящик розовый цвет. И светильники тоже. А это завяло вообще. Thank you.
Да, этот выпуск получится длинноватым. Уровни тут надолго затянуть могут. Что за хрень? Мне нравится эта музыка, реально. Обед, блин, стоит. А выпуски надолго может затянуться, так что извините. Вкусное мясо. Мама от соседа уехала, и он решает незаметно покрасить стены в зеленый цвет. Тем временем Винсент готовит мясо и принимает всякие средства в ванной. Но Вуди никогда не отстанет от соседа. Подсказок нет? Какого хрена? Ребята, извините, конечно, что ем прямо на видео. Но нехорошо, когда продукты пропадают. Кстати, помню, смотрел видео одно, как переустановить Windows 7, по-моему. А, нет, как сменить 32 бит на 64 бит. Какой-то пацан делал видео. И он такой говорит: а пока система загружается, можно кашку поесть. Ням-ням-ням-ням-ням-ням. Вот так вот прям делал. Вебки не было, но это все было слышно. Ну и результат. Каков результат? 4000 дизлайков, 2000 лайков. Блин! Вот я заговорился. Я реально помню это видео. Ох, как сосед мусорит. Я помню, там в комментариях писали: ненавижу, когда на видео так едят. И вообще ненавижу, что на... Вообще ненавижу, что когда на видео, во время видео едят. Я реально помню, капец какой-то. Такой говорит: а пока идет загрузка, можно кашку поесть. Ням-ням-ням-ня. Капец. Да. Просто прикол. Кайф. А куда мне прятаться? Подождите. А как это пройти? А хрен с ним, короче, с этим уровнем. Давайте спорт. Я опять забыл прочитать описание. А, я понял, как надо это проходить. Подождите. Там же спрятаться можно было или нет? Давайте еще раз посмотрим. Это же место для прятания. Куда мы переходим? Проходим этот уровень дальше. А что, нельзя здесь? О, нифига, даже анимацию сделали. Вот это прикольно. Анимации причем грамотно сделаны. Да, так медленно есть нельзя. Вот
вот если в армию попадешь там, например, то там-то надо съедать за 2 минуты, а тут хренаны. Надо есть, как моя собака. Я делал видео про свою собаку. Моя собака любит чипсы, по-моему, называется видео. Наверное. Сложный этот уровень. Я не понимаю, что делать с яйцом, но и хрен с ним. Что делать с яйцом, мне что-то я чуть недопонимаю. На микроволновку курсоры не высвечивается. С яйцом, видимо, ничего делать не надо. Или надо? Не, подождите, по-моему, надо. Но я не знаю, что. Ну, короче, если... Закончим уровень, давайте. Пройдут эти пакости и закончим. Я не знаю, как это, что надо делать с яйцом. Если автор здесь, то, надеюсь, он подскажет в комментах. Так, ладно, завершаем уровень. Еще 2 уровня, он уже 37 минут записывает. Спорт. У соседа опять неполадки, у него сломался будильник, и он вечно звонит. Но он и решает расслабиться, прыгая на батуте, едя конфеты в гостиной. Ну, будет тут как тут. Ясно. И почти ящик зеленым цветом тоже стал. Блин, ну вот. Кто бы мог подумать, что нам надо сразу наверх. Блин, вот это танец от соседа был. Танец в соседском исполнении. Танец живота, блин. Ну, вообще, если честно, это... Я бы сказал, что это не танец живота, а танец жировых складок. Алло, полиция! А, нет, это не полиция, это телефон соседа. Куда вышел, блин?
Ага. Ну и ванна, и куча предметов еще нужно, блин. Итак, внимание, танец в соседском исполнении. Блин! Вот это угар. Все? Вот это угар, вот это угар. Правда, розовая. Ну вот тут ошибка, конечно. Хлам, видимо, мы не осмотрели. Куда? Я не хотел ничего завершать. Да как? А как? Не высвечивается будильник. Не будильник невидимый какой-то. На хрен себе, короче, с этим будильником, если честно. А давайте заодно посмотрим, что будет, если попасться на глаза цели. Есть ли какая-нибудь анимация или нет? Не, нету. И последний уровень. На балкон. Сосед открыл спальню, вместо кухни он взял балкон. На балконе он рисует, также берет и качается в спальне. Также стремится принять душ и выпить чашечку кофе, но Вуди все нипочем. Этот уровень довольно сложный. О нет! Только не это. Да, ну и балкон. Что же за погода такая отвратительная? Более того, погода пиксельная. Новый вид погоды какой-то у нас открылся сегодня. Мы открываем с вами новый вид погоды. Пиксельная погода. Ванна пуста, да, придется ждать, пока она будет набираться. А, тут еще третий этаж есть, ё-моё. Микроволновка тут стоит. Блин, короче, давайте не будем проходить уровень уже. Слишком, и так уже долгий выпуск получается. Ну, в общем, это хороший мод, мне понравился. Ссылочка на все три мода будет в описании. Ну, короче говоря, на сегодня все. С вас лайкос, подписывайтесь с меня, эпичный видос. Подписывайтесь на мой стримский канал, вступайте в группу ВКонтакте. И всем пока.